Украинские националисты вновь блокируют российские большегрузы. На этот раз в Ровенской области радикалы патрулируют приграничную трассу и не дают фурам въехать со стороны Белоруссии. Подобное дежурство они ведут на таможнях всей Западной Украины. Активисты действуют по одной и той же схеме. Передовой пост предупреждает по рации о приближении российского грузовика. Через несколько километров его тормозят на пешеходном переходе и вынуждают повернуть обратно. Ранее правительство Украины поручило до понедельника решить проблему с остановкой фур. Но, например, в Житомирской области активисты договорились с пограничниками. А присоединение к акции заявили и националисты Днепропетровска.